Ertom Pesharim Daf Yomi Talmud Yerushalmi Traktat Pe Adaf Pei Zain Daf Pei Daf Nun Zain Лист 57 Ertom Shedivrei Torah Lishmat Kolot Yomi Muklam Авет Рушим Орхим И Борухай Безнек Бола Сахат Амисру Хат Амисру Шалом Барец Баула Тов Алаха Сидмая Говорим Мишна Так Тевуа Ше Нитна Ле Шахат О Ле Алума Векен Бе Игуде Хашум Ве Агудот Хашум Бацалим Эн Лаем Шиха. Человек, который собрал свой урожай, как мы дальше посмотрим, не обязательно, что он его посеял для этого, как корм для животных. Или для того, чтобы связать эти колосья, он срезает для того, чтобы связать другие снопы, то или он собирает чеснок, или лук, маленькие пучки, дальше он хочет их сделать побольше, все это не является шхиха. Почему? Шхиха для бедняков только то, что предназначено для еды. Он собирает это для животных, для того, чтобы связать, или это не будет шиха. А то, что касается чеснока и лука, так как он еще не закончил, мы сказали, когда шиха, когда он закончил. Здесь этот лук и чеснок, они еще маленькие, пайлс он собрал, поэтому они еще не шиха. Дальше говорит Мишна. «Вехоль атмуни баарец кегон халуф ве хашум ве абацарим раби Иуда умер, эн лаем шиха, вехамим еш лаем шиха». Теперь говорит Мишна дальше, что раби Иуда говорит, то все, что спрятано в земле, имеется в виду все, что растет под землей. Как луф, это определенный вид лука, или чеснок, или лук. Где он растет под землей. Да, листочки сверху, но он сам под землей. Раби Иуда считает, что здесь нету для них шхиха. Шхиха только то, что наружу. Хахамин говорят, есть, да, там есть шхиха, он забыл их вытащить, собрать и так далее. Или собрал и оставил на поле, у них есть шхиха, они принадлежат беднякам, как дальше Мишна, вернее Гмара объяснит, мнение мудрецов и Раби Иуда. Теперь, есть объяснение, которое Гаон Вильна говорит, что на самом деле здесь не имеется в виду, что чеснок или лук, который растет там, нет. Имеется в виду, что я уже его вырвал, и для того, чтобы его сохранить в холодном виде, тогда это был такой холодильник, его снова закапывали в землю. Там нет шиха, считает Раби Иуда. Так объясняет Гаон Вильна, это его объяснение. Гмара говорит дальше так. Гмара Биона лосов диврейнитна эла филу нотла альминат литна. Не обязательно, как мы сказали, он эту пшеницу посадил для того, чтобы этих живот, кормить животных. Даже он посадил для того, чтобы его есть. Но потом, когда собирал для корма животных, это не будет, да, и он забыл там сноп, этот сноп не будет шхиха, потому что он не предназначен для еды для людей. Там Антонина теперь Гмара спрашивает вопрос. Мы учили в трактате Баба Кама, Хамадлик это Гадиш. Человек у него, он собрал пшеницу, в горку пшеницу собрал. Пришел другой и поджег эту пшеницу. Вяюбокелим, и там были спрятаны какие-то инструменты. Раби Иуда мешалем кольма шебетохо. Раби Иуда говорит, он платит и за пшеницу, и за все, что было спрятано там. Хахамим, эно мешалем эра гадиш хитин, о гадиш теорим. Хахами говорят, нет, он платит за вот эту пшеницу. Это ячменная пшеница, и это пшеница wheat, это пшеница. Плоти только за пшеницу. То, что внутри было, за это он не отвечает. Гмара Махалифа Шита Дараби Иуда Таману Умер Ли Работа Татаму Вехаха Умер Прат Ли Таму. У нас есть противоречие в мнении Раби Иуда. Почему? В Баба Кама он говорит, то, что было спрятано, тот, кто это поджег, он за это отвечает. А в нашей Мишне, что он говорит, то, что под землей спрятано, это шхиха не будет. Как там он включает, а здесь исключает, объясняет Гмара. Таман Менехат Гадиш О Акама. Написано там, что и будет сожжено. Сожжено что? Гадиш, то, что собрана пшеница на поле, или кама, колосы, которые еще стоят. Маш-машене маркама, эйну йодеша гадишу бихлад. То, что написано, если горят колосы, которые стоят. То тем более пшеница, которую я уже собрал. Зачем мне еще отдельно писать, что вот эта куча пшеницы, тоже она, он за нее отвечает, показать нам, убихлад, уматар мудрона гадиш ли работает татаму. Для чего? Убихлад. То вот эта пшеница собрана, она входит в колосы, которые они собрали. Для чего отдельно Тура ее упоминает? Показать нам, что то, что туда положили вот эту пшеницу, в эту горку с пшеницей, тоже за это человек, который это поджег, отвечает. Веахашет садха. А здесь написано, то, что ты забыл на своем поле. Где на поле? Сверху, где открыто. Бегалуй. Рад ли тому. А то, что спрятано под землей, исключается. Так объясняет мнение Раби Иуда. Дальше мы хорошо читаем Рабанан, Таман, эну нам ринан парад лет тамун, ах, эну нам ринан, и работ это тамун.
то же самое у нас противоречие мнений мудрецов. Там в Абакама они говорят, что то, что спрятано в этой горке пшеницы, не включается. А здесь они говорят, то, что спрятано под землей, да, включается. Как так? Объясняет Гмара. Таман, о Акама, о Саде, ма Саде бегалуй, а в коль давар ше шу галуй, берамах. Да. Он говорит, что там пасук сравнивает колосы, которые еще не срезали, с колоссами, которыми с открытым полем. Поэтому он говорит, что имеется в виду, то, что есть на открытом поле, то, что открыто, за это он отвечает, то, что закрыто, он не отвечает. Но здесь, аха, садха бегалуй, прат ли тому, здесь написано, на твоем поле. Что это значит, на твоем поле исключается то, что скрыто. Кецриха бегалуй, то, что ты соберешь, это тоже открыто. Прат ли тому, кроме скрытого. Вехаве, миута, хармиута. Здесь что получается? Два исключения. И поле, и то, что ты соберешь. Когда два минуса, что получается? Плюс. Вен миута, хармиут, элал работ, это тому. Поэтому одно исключение, сейчас мы закончим. Одно исключение, когда есть два исключения вместе, тогда у нас это что-то включается. То заключительная алаха в этом, в этой главе, в шестой главе говорит так. Говорит Мишна, «Хакоцер баляля вэхамэмэр вэхасума ешь лошхиха». Человек, который собирает свой омер ночью. То есть не видно. Да, он, может, он что-то хочет сказать, то я не видел, я бы видел, я бы это снова забрал. Я его не забыл. Или «Хакоцер баляля вэхамэр», или собирается на пыль ночью, срезает ночью. Или слепой, то, что забыли, это шхиха. «Вима я миткавен ли то ли это газ-газ, эн лошхиха». А если он сначала собрал крупный колосси, а потом мелкий, тогда это шиха не будет. Почему? Когда он придет собирать мелкий, он вспомнит и про крупный. И мамар харе ани коцер альманат маше ани шохеях этоль еш ло шиха. А если человек говорит, сейчас я буду собирать, сжинать свои колосси с условием, что есть то, что я забуду, я потом приду и возьму. Считается или нет? Не считается. Ты забыл, Тора сказал, ты забыл это беднякам. Ты не можешь сделать условия против Тора, как объяснить нам Гмара. Говорит Гмара. Кине матита на куцер балайла вама мер балайла васума бен бейом бен балайла. Как мы сказали, мы уже учили в Мишне. Человек, который срезает ночью, или человек, который связывает ночью эти снопы, или человек, который слепой, ночью или днем, есть шхиха. Амар рибьона лосов давар гасин, эла авдакин, кедед мэхар, шедарко ли бэхэн бэгасин, афилу дакин, эн лаэм шхиха. Мы сказали, то Мишна сказал, если он собирал большие, потом пошел за маленькими, и наоборот тоже. Начал маленькими, пошел за большими, и в этом случае, в любом случае, там не будет у него шхиха, потому что когда он возвратится за другим сортом, он вспомнит про первый. И говорит, заканчивает Мара, «Амарари ани коцер альманад маша ани шохеях, ани этоль, ешь шхиха». Он говорит, я срезаю с условием, что то, что я забыл, я потом соберу. Ничего не считается, это останется для бедняков. Почему? Шеитна альмаши катув батора. Потому что он сделал условия против того, что написано в Торе. Вехола матне альмаши катув батора, цена обател. И каждый, кто делает условия против того, что написано в Торе, его условия отменяются. Никакой силы не имеет. На этом мы закончили шестую главу. Адран Аллах Перех Бет Шамай. Нарадашем, что мы начали и закончили седьмую главу. И весь трактат Пиа, и весь Иерусалимский Талмуд. Нарадашем, Баруха Дунай Роулам. Амин, амин.